Привет, друзья! Загулялись мы на выставке в Дюссельдорфе, да так, что не заметили жемчужину модельного ряда Бюрстнер. Пришлось взять заводской ролик и рассказать вам за кадром об этой замечательной модели. Автодом сразу притягивает взгляд. Окраска, детали кузова, оптика – все подобрано с отличным вкусом. Расположение и форма окон. Именно они расставляют акценты и пропускают внутрь много света. При взгляде на фургон появляется непреодолимое желание заглянуть внутрь. Что там придумали дизайнеры и какие идеи реализовали? Очень смелая планировка в гостиной. Сразу будет множество вопросов. А как тут поедут пассажиры? Где же эти ремни безопасности? Но речь сегодня не об этом. Новейший кухонный концепт в прямом смысле этого слова. Сдвижная столешница, под которой скрыта газовая плита. Три ящика для посуды и кухонных принадлежностей очень интересной формы. В одном из них установлен тостер, а на верхней полке вы найдете встроенную кофемашину. Все пространство кухни мегафункционально. Привычные традиции изготовления мебели в автодомах уходят в прошлое. Новое покрытие стен, столешниц, тщательно подобранная цветовая гамма и материалы для мебели. Все элементы доведены до совершенства. Французская кровать опускается электроприводом вниз, и гостиная превращается в спальню из будущего. Отправляемся в туалетную комнату. И даже здесь все необычно. Смеситель, встроенный в стену, форма умывальника, полок, зеркало. Мягкий, уютный свет, отделка стен, качество материалов – потрясающе! Полагаю, очень скоро все эти решения мы увидим в серийных моделях. А пока что с помощью этого прототипа завод изучает отзывы и пожелания будущих покупателей.